С первого момента появления на агробиостанции университета имени Пушкина эти ребята очутились в сказке. Хранительница детства попала в беду, и чтобы ее спасти, необходимо собрать все части пазла. А помогали в этом участникам квеста 9 сказочных персонажей. Их роли с радостью взяли на себя студенты-волонтеры Красного Креста. Мы понимаем, что родителям, воспитателям, конечно, не всегда есть такая возможность уделить внимание всем детям, организовать для них вот такого плана досуг. А здесь все располагает. И место, и подготовленные студенты-волонтеры, они профессионалы своего дела, потому что это не только праздник для детей, не только возможность отдохнуть, познакомиться, увидеть что-то новое, поиграть, но это еще возможность для самих волонтеров приобрести опыт будущей профессиональной деятельности, потому что тут работают будущие психологи, педагоги социальные, учителя. Наш университет совместно с Красным Крестом сегодня организовал такой увлекательный квест для наших ребят, потому что дети, это как никто другой, именно нуждаются в нашей поддержке, защите, и сделать такие праздники для них, это очень важно, потому что мы дарим детям веселье, радость и бурю просто прекрасных эмоций, и сегодня, в День защиты детей, мы уже который год ежегодно стараемся делать для них такие праздники. Ребят ожидало 7 занимательных станций, на каждой из которых требовалось выполнить определенное задание. Было заметно, с каким интересом и увлечением дети участвуют в процессе. А именно для этого и создавался данный проект. Очень-очень эмоционально, когда ты играешь на свежей природе, рисуешь, столько эмоций, танцев. Мы раньше бывали на таких квестах и сейчас тоже. И все мне нравится. Я всегда счастлива, когда мои дети улыбаются. Со студентами мы очень плотно общаемся, и они всегда откликаются на наши просьбы, играют с детьми. И для меня самое важное, что вот именно с этими студентами, которые сейчас организовали, мы их знаем лично, и дети, когда их видят, они знают их по именам. Поэтому я смотрю, что дети активно играют, улыбаются, это самое главное. Организаторы постарались, чтобы этот праздник детства удался. Замечательная погода, хорошее настроение и невероятно красивая природа способствовали быстрому и правильному прохождению испытаний. Хранительница детства была расколдована, а добрые волшебники из Брестского отделения Белорусского Красного Креста и университета имени Пушкина еще не раз организуют для ребят увлекательное мероприятие.